Всем привет! Большое спасибо, что зашли на мой канал. Сегодня у меня необычное видео, не распаковка карт, а распаковка альбомов. Первый альбом — это Stray Kids, регулярная версия, Noisy, и также Ordinary, регулярная версия. Помимо этих альбомов я купила еще несколько, поэтому видео распаковки альбомов, скорее всего, будет 3. Буду очень рада, если вы также их посмотрите. Надеюсь, что это видео вам очень понравится, и вы захотите посмотреть мои предыдущие, а также следующие видео. Давайте начнем с первого альбома, это Ordinary. Мне кажется, что лучше сначала открыть его. Сегодня у меня вот такой ножичек, и я только недавно узнала, что его можно вот так вот закреплять, то есть он с пружинкой, а его, оказывается, можно закреплять вот так. Ну что ж, начнем. У меня еще есть красный Ordinary, а вот синего нету, и лимитки также нету. Но я, в принципе, не планирую больше покупать альбомы именно Ordinary, так как у меня есть красная версия и синий. В принципе, мне хватает. Я, кстати, не знаю наполнение, так как альбомы были куплены в Дубае, в корейском магазине. И что-то спросить насчет наполнения не получилось, так как продавцы без понятия. Так что и я не знаю. Я не знаю, будут ли юнитки, будет ли постер. Но увидим. Ordinary так тяжело открывается. Так, первый у нас фотобук. Я не хочу палить, что там за карты. Я не видела синий фотобук, я не смотрела обзоры. Так. Ну, я как бы знаю, что там за концепт. Сейчас быстренько пройдемся. Банчан. Минхо. Бини. Хёнджин. Так, Хан и Ликси. Мне очень нравится прическа у Ликса. Вот еще ребята. Сэминка, Чунин. Ну, в принципе, все понятно, да? Феликс, конечно. Ой, Сэмин тоже. Мне очень нравится одежда Сэмина в этом концепте. Она очень классная. Круто. В принципе, ребята очень классно выглядят. Здесь дальше пожелания, комментарии. Вот такие вот красавцы. Ну, такой вот, симпатичненький. Так, дальше. Феликс. Феликс, какой хорошек. Какой хорошек. Он еще вроде без дефектов. Я сразу буду перекладывать свои протекторы, чтобы карта не повредилась. Дальше. Здесь вот такая ID-карта Банчана. И я думаю, что там Хан, потому что он меня очень любит, и у меня практически во всех альбомах он попадается. Сэмин! Какой хорошик. Очень хороший. Такой. Мне, кстати, в прошлый раз у меня в красном, я не знаю, сталкивались ли вы с таким, либо, может быть, вы у кого-то видели, у именно карт Ordinary, вот у этих, у них часто брак, и у них вот здесь белая полоса. И вот мне в прошлый раз в красном альбоме все карты были вот с такой белой здесь полосой. Я поэтому и смотрю. Хорошик. Сейчас я также переложу все карты. Так, инструкция. Элементарно. Так, дальше. Наклеечки. И Хан. Конечно, как без тебя, дорогой? И как достать? Сейчас как-то подцепить. Я, возможно, отдам это подруге, потому что, ну, как бы у нее. О, какой диск красивый. Ну, Хан. Я хотела Хёнджина, либо Феликса. Но Хан тоже очень классный. Я, может быть, себе оставлю, может быть, подруге это. Очень классный. Так, дальше у нас Noisy.
У меня был синий Нойзи. Ну, синий-фиолетовый. Всегда так волнительно открывать новые альбомы. Очень хочется, чтобы выпал мембер твой, которого собираешь. О, какой красивый! Какой красивый, боже мой! Очень мне нравится. Класс. Я также не видела. Ну, концепт я знаю. О, красавчики какие! Банчон. Хёнджин. Боже мой. Я хочу карту Хёнджина вторую. Мне, на самом деле, еще очень Ликс нравится в красной шляпке. Ой, какие красивые. Ну, я просто быстро пролистываю, чтобы видео было не очень долгое. Сейчас. Боже, это прекрасно. Вот, Ликсик в красной шляпе. Вот мне очень нравятся вот эти фотки. Они просто такие атмосферные. Здесь Хёнджин такой красивый. Кто не знает, мой ульт и без Хёнджин. Ой. Вот еще Сэнмин такой деловой. И Ликс. Я на самом деле хотела бы Ликс, карту Ликса с голубыми волосами. Так, давайте сначала... Где что? Здесь у нас, по-моему, лирика. Да, здесь лирика. Она, кстати, такая же, как и в синем Нойзи. Точно такая же. Так. Ой, зеленого диска у меня еще. Все спалили. Красивый. Так. Банчан. Я не знаю, карта это редкая или нет, но она мне очень нравится. Классная. Фиолетовая. Так, давайте уберем сразу в протектор. Так, ну тут стикеры. Смотрите, кого вытащила. Джисон. Я говорила, он как бы... Вот, ну ни один альбом без него не проходит мимо. Джисончик, вот такая вот карта. Классно, мне она очень нравится. Мне надо тут сфоткать, сразу подруге отправить. Так. Стикеры. О, вот этот я себе оставлю. Стоп, что? Вот третья карта. А, это дабл, точно. Блин, я очень хотела дабл Хёнджина. Так. Все шикарно. Так, здесь больше у нас ничего нету, да. Хочу посмотреть вот эту раскладушечку. У меня такая с Хёнликсами. Слава богу, она мне выпила. Выпала, и не пришлось покупать. А здесь у нас Минха и Сэнмин. Ой, Сэнмин, Чунин. Хорошики. Сзади зелененько. Хорошики такие. Так, давайте сложим обратно все. Что ж, на этом все. Вот такие карты мне выпали... В альбоме Ordinary. И вот такие вот карты мне выпали в Нойзи. Такие хорошики. Мне очень нравится эта карта Хана. Он такой классный. Надеюсь, что вам это видео понравилось. И я постаралась его сделать максимально коротким, чтобы долго не тянуть, так как сама не очень люблю подобное. Всем пока!